Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Кабинов Плей. Сегодня мы попробуем вынести себе мозг, а может быть что-нибудь еще, в игре под названием Симулятор Потапыча, он же Бир Симулятор на английском. Поехали посмотрим, новая игра. Ну да. Че ты мне предлагаешь прошлую дату стереть, если у тебя нет нихера игра, ты о чем вообще? Сотрем мы тебе, говорит, прошлые твои сохранения. У меня даже континуе было неактивно в конце концов. Она это. Того самого. Меняет разрешение, вылетает нахер. Короче говоря, кому обычный грубиян? Окей, давай. Эй, слышь, ты хуй меня грубишь-то? Грубиян. Так, на Е сожрать. Окей. Ты сожрал обычного грубияна. Ну правильно, а что еще делать медведю с обычным грубияном? Только жрать его и все. Мама, у меня Потапыч грозный, ты посмотри на его лицо. Он просто смотрит, короче, в душу и говорит, сука, только подойди. Я тебе под лухом махну, у тебя нога сломается. Потапыч серьезный парень, судя по всему. Так, с медвежьей цели. Найди и сожри все, что в этом регионе. Возвращайся мягким, как ты, медведь. Оставайся с отцом в регионе. И булка вверх. Исследуй мистические места. Окей, пойдем исследуем мистические места. Если эта игрушка не будет проседать. Новая арея Денис. Окей, мы зашли в Дениса. Денис, тебе не больно? Денис, серьезно, мы в тебя зашли. Ну, Денчик, что ты? Ну, так вот, бывает иногда, в тебя входит медведь. А что ты об этом никому не рассказывал? Может быть, это как бы не у тебя одного, может быть, не только в Дениса входит медведь. Я же откуда знаю-то? В меня вот медведь не входит, за себя я скажу так. А вот при чем тут Дэн, я не понимаю. А лесвисточки, травочки. О чем я начал говорить? Я говорю, если игра сильно проседать не будет, то она выйдет в 60 FPS, потому что 60 FPS сейчас, в принципе, держится хорошо, нормально, красиво, замечательно. Хотя мне игра при запуске говорила, что, типа, рекомендуется ставить графику чуть похуже, чем самая хорошая, но мне было насрать на ее предупреждение, и я поставил самую лучшую. Да, я такой вообще опасный парень. Взял и поставил то, что мне не рекомендовали. Насрать вообще. Опа, 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 гусь, 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 стой, сука! Сейчас не хватает этого, знаешь чего? На Дэнди пистолета и стрельнуть им сразу. Это что такое? Новая арея греки. В Грецию пришли, прикинь. Абилити. Чего? Эй, блядь. Тут обосрался этой непонятной плазмой. Куда утка-то улетела? Чё за Duck Hunt? А то можешь приседать? А, медведь ходит и так, прикинь. Это, короче, на передней, на задних лапах. Это, короче, на четырех. Ты прыгать можешь? Ма, медведь может прыгать, прикинь. Вот те раз никогда бы не подумал, что медведь может прыгать. Ты можешь плавать? Конечно, что это медведь не плавать? Это медведи рыбу ловят, что это они плавать не умеют? Медведи плавают лучше пловцов, он на Олимпиадах, в конце-то концов. Ой, ягода из Фореста. Окей. Блюберис. Блюберис втащили мы, прикинь, блюберис. Вот так-то на. Медведь у нас теперь блюберют. Блюберютный. Это что за... О, сука! Тварь! Ага, это драться. Сука, я сейчас втащу. Стой! Стой на месте! Стой на месте, ебаная утка! Стой! Я тебя съем! Стой! Надо незаметно подкрасться к утке. Смотри, вот так тут потихонечку пошли. Сука, я такой беспалевный. Я спрячусь за кустами. Тихо там! Кусты, не пали меня, еб твою мать! Понд-дук! Понд-дук! Что это значит? Понд-дак. Утка на понтах это значит. Слышь, ты чё делаешь в Денисе на понтах-то, я не понял. В Денисе на понтах приходить не надо вообще, понял? Сука, втащить что ли ей? Стой, падла! Стой! Откуда? Ну, два раза за день, по-моему, это беда. Мне кажется, нас медведь расстроится и будет плакать сегодня ночью. От него только что два раза ушла утка. Минус одна удача. Окей. Так, я сожрал лягушачий шрум. Лягушачий гриб. Такие есть разве? Ну окей. Тихо, что такое? Сука, кролик! А медведь... Спокойно. Спокойно, спокойно, ебать, раз на раз, что ли? Can't you fight? Сука! Падла, раз на раз, сука! Вот так-то!
Еще будет он тут со мной, падла. Вот так вот. Сожрал Тан Рэббит. Тан. Это. У него даже звание было. Тан Кролик. О, блядь. Человеческие поселения. Нихера себе, медведь-убийца, медведь-маньяк. Спокойно. Сейчас, тихо. Никому ничего не говорим. Это реально жилище человека. Если в жилище человека будет гребаное ружье, нашему медведю придется не сладко. Но нам на это насрать. А медведь может ломать стены? Хоть, сука, вот так вот прям. По-любому же может, да? Нет, не может. У медведя очень прочные когти, но они не могут ломать стену, наверное. Бляха, он так быстрее ходит, смотри, да? Да. Ну, медведю логично. А, сука. Сраная кряква, ну, блядь. Ну, подожди. Как там? Та-та-там, говорилось. Ну, погоди, и музыка вот эта была. Не полезу я к ней, хер с ней. Спокойно, пойдем посмотрим на людей. А ты можешь жрать листву? Блин, медведь, по-моему, это всеядное вообще существо. Оно может жрать все, что угодно. Опа. Десант, нахуй. Космический десант. Десанти. Стопы, еще что ли, раунд 2? Can't wait. Нет, не успел. Надо было вот так вот в конце музыки. Осторожно, публичная записка, публичная локация, которая небезопасна и авторизована глобальными департаментами. Это не длинная, открой публику. И любая персона, находящая эту локацию, должна быть убита и посажена в тюрьму. Окей, я туда не пойду. Опа, что такое? Говняшки чьи-то. Блин, это парк, прикинь. Здесь, походу, жалкие людишки. А медведь есть ультразрение? Он может как-то ультрануть таким зрением. Прям даже глаз такой. И медведь все увидел. Прям через стену там еще что-то. Я хер знает, наверное, у медведя что-то такое есть. Не публично, оставайся в НП. Мать твою. Кура. Сейчас мы сделаем медвежий гриль. По-любому гриль медвежий будет четкий, сука, свежий. Иди сюда. Хули ты гага. Она чуть-чуть, слышь, ты ха, она сейчас бузнет в меня, смотри. Она качает, короче, смотри, жопой встала. Накачивает, как ебанет сейчас через решетку. И меня просто прям в капельку всего измажет. Стой, падла! Сука, как бы тебя забраться? Ха-ха-ха! Подожди, я говорю. Надо как-то перепрыгнуть. И... Опа. Нет. Медведь, конечно, убийца, но не ассасин. Через такие заграды он, наверное, прыгать не может. Сука, я все равно до тебя доберусь, жалкая тварь. Ты жди меня, жди. Я уже практически рядом, я уже практически нанюхал. Я уже занюхал. Я уже знаю, я уже понимаю. Я уже практически рядом с разгадкой, рядом с решением. Я знаю, как к тебе пробраться, гребаная белая пернатая тварь. Как к тебе забраться? Сука, ну естественно. Как еще-то? Опа. Пизда. Это я. Да. Та-ра-ра-ра! Сука, я вышел на охоту. Вышел я! Сюда иди! Курятина! Сейчас я тебе закудахчу, падла, коготь в горло. Иди сюда. Сюда иди, сволочь. Как в фильме ужасов. Майкл Джексон. А, сука! Получи! Ты чё какая? Она подприветствовала меня, судя по всему. Сожрал курицу. Она, короче, более стойкая, чем грёбаный кролик, прикинь? Кура-убийца. Она по-любому, наверное, кролика бы выхлестнула. Пучки. Опа. По ходу дела можем забраться наверх. Я не знаю, как... Я знаю, где ты. Я знаю, где ты живешь. Я найду тебя, падла, я тебе отвечаю, не жужжи. Медведь, по-моему, начинает какие-то эти шаманские звуки издавать, когда ходит по этим непонятным
сооружением по этим бачкам. Иди домой. Какая-то непонятная кура, короче говоря, они почему-то ходят на месте постоянно. Никуда не хочет, не хочет уйти. Том Хэнкс. Масло Тома Хэнкса, нихера себе. Ну что, уже масло начал производить? Вроде актер нормальный, нахуй ему дополнительные предприятия. Это же Том Хэнкс, в конце концов, он в хороших фильмах играет. Опачки. Летающий... А, это сода. Окей, что-то тащил. Блин, а у меня постоянно, смотри, у меня постоянно получается убывает. Это моя синенькая полоска. Если не буду жрать, я умру. Ладно. Да не паникуй ты, ети твою мать. На. Куры тупые, пиздец. Они ходить не могут. Если бы они умели ходить, они бы, наверное, никогда в жизни мне не проиграли. Они должны бегать быстрее, медведи. Они... Ой, опять этот грубиян. Сюда иди. Грубиян, смотри, его, короче, вы... Ну, что это такое-то? Смел один, реквайт. Мне какой-то нужен... Подожди. Регионы, меню, инвентарь, опции. А что в инвентаре у меня? А, ебать, тут, по-моему, какой-то навык нужен, судя по всему. Это РПГшка, прикинь. Входение в озеро Шепарда. Окей. Входение, вход в... Тихо. Пел, прикинь, успел выключить запись. Потому что если бы я не успел выключить запись, у меня игра бы вылетела. А, тут можно сохраняться, кстати, да. Я хочу сохраниться, да. А назад, что ли? О, лиса, ебать. What does the fuck say? Bim 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 bim. What the fuck say? Иди-ка, сука, сюда. Сейчас узнаем, как ты разговариваешь. Сейчас мы узнаем. Лиса же, по-моему, что-то дальний рост. Она слепая. Она слепая. Это вроде дальний родственник собаки, она должна лаять. Сука! Она дерется! Ты что, тварь, делаешь-то? Слышь! Не надо меня убивать, пожалуйста! Ай, сука, лиса, тварь, ты что делаешь-то, скотина? Не убивай! Лиса убила меня! Тихо. Короче. Сука, прикинь. Лиса затащила медведя. Это вообще... Я почему постоянно запись обрывается? Потому что на время экрана загрузки я быстро выключаю запись, иначе она у меня вылетит, игра нахер. А что с ней делать-то, я не понял. У меня здесь какой-то сильный удар. Она будет меня бить, если я просто так к ней буду ходить, а? Тарапарам. Я понял, все, рыжая, все нормально. Мы с тобой заодно. Заодно мы, блядь, быстрее, я уходил. Бургер, пути. Тихо. Залезть. Это мое. Нет, сука, не отдам! Пошла в жопу, сраная лиса! Возьми быстрее ее! Чего такое? 15 интеллекта нужно, чтобы сожрать бургер? Нихуя себе. Прикинь. Те могут, короче, в каком-нибудь Макдональдсе просто не продать булку, потому что не хватает интеллекта. Я, конечно, не говорю, что у тебя 15 интеллекта, но... Мало ли. Просто ты придешь, например, а у тебя не будет с собой результата теста на IQ. У тебя же по-любому IQ там минимум 120. Просто не будет с собой, и все. И тебе хер продадут сраный бургер. Вот этот вот, который сейчас рекламируют, это там, кто для тех, кто проходил в ритузах, для тех, кто, это, примерзал языком, кто выдыхал пар, пока сыт, вот, ну, для этих людей. Прикинь, короче, возьмут и не продадут, это что такое? Ну, отлично. Бляха, нихера себе, лиса, короче, падла такая. А ты можешь лазить по этим? Да ну нахер. Ну, может, по-любому, наверное. Всякого может лазить по лестницам. Осторожно. Для своей же безопасности. Я не понимаю, куда я поднимаюсь. Вроде как медведь, он должен жить в лесу. Где люди-то все? Если в эту игру добавят людей, это будет просто ши... Ой, там пожар. Бляха-муха. Иди сюда, грубиян. Ты мне нужен. Прощай. А чё всё горит-то? А где люди-то реально? Это как бы пожар в лесу. Здесь должна быть какая-то, наверное, охрана. А как? Как это? Как? Смотри-ка. Основное меню. Я вот что нашел тут еще. Стамина, здоровье. Качаться как-то можно, нет? Что надо? Это как-то все, походу, дело открывается само по себе, да? Нужно что-то, нужно то-то. Да похер вообще. Пойдем дальше. Ой! А, бляха, мне пока какая-то дохлая гена валяет. Смотри, как похоже. Я уже...
Сука. Ты падла, гастопы. Дай-ка ей, дай ей, есть, есть, есть! Есть, тварь! А почему ты не падаешь-то? Почему ты живая-то? Почему это так происходит-то? Не упускаем ее из виду. Я должен сегодня сожрать этого гуся. Куда он полетел? Эй, там стратосфера, там тебя расплавит. Давай лучше я тебя убью, чем... Прощай. Ты был мне словно друг. Я был с тобой так долго знаком. Блин, серьезно, я дал утке, короче, 13 дамага. То есть, по ходу дела, мой медведь пока шлепок еще. Он медвежонок, он еще тряпочка. Он не может с одного удара утку ебнуть, поэтому лучше на уток не лезть. Да куда уж там, если он лису не может убить? Как так вообще, прикинь? Ну, представь себя, ты медведь. Ты здоровый, лесной такой хищник. Ёб твою мать. Огромный такой... Чё это? Нихера себе. Здоровый такой, тебя все боятся. Вообще, тебя просто все... Просто от тебя все бегут. А ты херак и проигрываешь лисе. И все, прикинь, все, авторитета, короче, больше нет. Нет авторитета вообще. Тебя потом будут гусеницы бить, и грубияны будут сопротивляться, когда ты будешь их жрать, представляешь? Ты представляешь, давай сохранюсь. Ты представляешь или нет? Это же беда. А че все горит-то? Не, реально, а где пожарики? В принципе, это же лесной пожар. Это, блядь, опасно. Вышка какая-то сотовая, можно будет позвонить. Жене домой, Катя, жена! У меня не хватает интеллекта, чтобы сожрать булки. Жена, почему ты не прокачала меня, пока я спал? Жена, что за херня? Че, что за лес-то? А куда ты попасть? Туда что-то хер попадешь. По этим... Ну, а ты можешь ломать заборы? Ой. Медведь чокнулся с забором. Нужно срочно что-то пожрать. У нас с вами кончается стамин. Уже синяя полоска, смотри, какая короткая практически стала. Бам-б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 ам. Я тебе говорю, мы играем. А можно ломать? Нет. Ну почему нельзя, блять, это же медведь, он должен уметь ломать. Почему? Что, я не понимаю, что нужно медведю, чтобы захавать бургер? Какой нахер интеллект? Что это? Он что, его, блядь, должен раскрывать? Или двумя руками брать и есть? Или заматывать его в салфетку, чтобы он не сыпался, пока ты его жрешь? Для чего здесь тут же интеллект? Там никто не тебе объяснит, нет? Это сраный бургер! У лисы, походу, дело интеллекта больше, чем у медведя. Что за хер... Опачки. Все, все. На пожар пробираемся. Мы будем этим медведем-спасителем. Он спасет пожарный. Пожар. Он потушит. По-пионерски сейчас цыканет. Все будет нормально. Опять, смотри, сейчас интеллигента не хватит. Ну, в смысле, интеллекта. Как-то это пустынно здесь. Животных очень мало. Ёб твою. Реально, прикинь, очень мало животных. Вроде как лес, да, дикая природа. Ай, дома. И людей не хватает. Ну, здесь по-любому в какое-нибудь добавление добавят, короче, людей. Чтобы можно было их убивать. Людей. Медведям. Классно же, ну. Классно же, прикинь, заходишь к людям в дом и убиваешь их. Ага, не убиваешь их. Всех нахуй людей взял и перебил лесу. Вот веселуха, вот потеха-то, а. Главное, чтобы вот реально там звезда какая-то лесов. Главное, чтобы не шериф. У шерифа же есть ружье. Ты прыгать будешь сегодня? Опа, медведь-десантник. Нормально пробираемся, потихо вообще. Просто прям красота. Ой-о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 й
интересно. Опа. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Джамп, ран, стамина. Пончик. Опять не хватает интеллекта, смотри. Чё это? А, странные какие-то указатели найдены на севере. Нет дикого, дикой жизни, выглядит близко это. Больше изучения требуется. Бляха, эта игра так-то вообще охерительная, по-моему. Шляпа? Да ладно! Ебать! Медведь в шляпе, ты понял, да? Медведь в шляпе! Хорош просто! Мать твою за ногу! Ебаный сибиряк! Красава, медведь! Вот это я понимаю! Вот это на натуре! Медведь-сибиряк, ты понял, да? Ничего нахер не знаю, сука, в шапке я! А? Найди свою Канада-шапку. Чё, падла?
Сразимся, нет? Раз на раз-то, сука. Секунду. Тварь! Сраная коза! Я тебе, блядь, сейчас все еблососы расшибу! Я медведь в шляпе, сука! У меня, я сибиряк, я непобедим! Я в Сибири, сука, жил! А ты, рыжая стерва, блядь, как ты так это делаешь? Как? Как? Это же лиса! Это лиса, это обычная лиса! Ой, это же обычная лиса! В чем вот проблема-то? Вот в чем. Я как бы... Что-то я не понимаю, почему я здесь оказался. Ёбаный свет, крокодил! Мать твою, это крокодил! Ты понял, да? Охереть! Я медведь в шапке? Это раз. Я какого-то хера оказался, во-первых, не там, где сохранялся. Во-вторых, это что такое? Два интеллигенции! Хорош! Новая обилочка! Пахнет я! Пахну я. Написано он. Медведь комментирует все это еще при том, прикинь. Это медведь, а получается, медведь-летсплейщик тоже он такой, смотри. Блях, как восстановить здоровье-то? Я, короче, сохранился-то около лисы, а мне почему-то взяли и кинули обратно туда. А про что я говорил-то? Я в шляпе. Мне вообще насрать. Я отмороженный на всю голову, я в шляпе. Бляха, это крокодил. Откуда здесь крокодил? Здесь болота-то даже нет. Вы что, угораете, нет? И сюда. Бляха, можешь тащить крокодилу? Ой, нихуя себе. Беги. Смотри-ка, они, короче, подписываются разными никами. Короче говоря, красный ник был только что у аллигатора. Он втащил мне на 24 урона сразу прям. И типа получается, что на красных лучше не лезть. Так вот, я о чем? Я о том, что игра-то на самом деле охеренная. Вы спросите, почему? Я скажу, потому что, судя по той записке на какой-то зоне, которая, ну, я имею в виду, там какая-то зона типа была, что там что-то не исследовано, там нет, короче, дикой жизни, непонятно, что там происходит. Может быть, там вообще инопланетяне какие-нибудь или еще чип-то того. То есть мы ходим, просто тупо ходим за медведя, да? Ходим за медведем, прокачиваем себе навыки, жрем траву. Сука, не хватает интеллигента, этого опять интеллекта. Надеваем шапки. Это самая охерительная игра вообще, которую я встречал. Это же выживалка. Это, бляха, ядрить твою мать! Аллигатор, падла. Злопамятная ящерица, сука. Он мне не простил этого, представляешь, он взял меня и убил. Он догнал меня и убил. Так, а я опять... Опять я здесь. Да что за херня-то? Мне вот интересно, у меня... интеллект-то прокачался или нет? Я же вроде до сохранения жрал траву. Теперь давайте-ка попробуем куда-нибудь это. Во! Вот тут надо слезть попробовать. Можно, нет? В натуре, смотри, медведь по лианам лазит. Ну это хорошо, ладно. Здесь мы спустимся. Теперь главное не нарваться опять на этого сраного крокодила. Мы сегодня ничего не подобрали. Я про что? Я про то, что это просто Long Dark такой, прикинь, в дикой природе. Охеренная выживалка, судя по всему. Она реально классная. Я не знаю, почему, но она мне просто дико нравится. Может быть, конечно, это по первому взгляду, и это только из-за того, что здесь все так незнакомо, и так все не исследовано, и пока что не приелось, и вроде как ничего этого никогда не видел. Но, блядь, медведь, надевающий шапку, что может быть лучше вообще в принципе в этой жизни? Медведь, который надел ушанку. Это симулятор настоящего русского медведя. Как там стереотипы-то эти? Ему еще балалайку найти, и все. Балалайку и водку осталось. Все же про русских так думают в конце-то концов. Но это нет. Здесь медведь надел не из-за того, что русский эту шапку. Он надел ее из-за того, что, во-первых, может быть холодно, а он готовится к зиме. Во-вторых, может быть больно, это типа шлема будет использоваться. В-третьих, это просто охуительно красиво. Подумал медведь и надел эту шапку. Как? И ведь с ним не поспоришь. Это действительно классно. Ты посмотри, как выглядит охерительно эта шапка. Это же огонь, это не шапка. Это просто это последний писк моды. Это фэшн. Ёпта. Или как там правильно называется эта херня? Это все, это от любого модельера. Просто хорошо. Все модельеры так надевают эти шапки сейчас в наше время. Это самое модное, что можно. Можешь шмотки одеть какие? Нет? Медведь, судя по всему, не совсем у нас, короче, этот... Не совсем модник. Ну да ладно. Опять лиса. Так, ну лиса сама не отпадает, мы ее трогать не будем, да? Окей.
пойдемте посмотрим, что у нас дальше есть. И, нет, прикол-то, знаете, в чем? Прикол в том, что... Да ну нахер, тут можно увидеть снежного человека? А, мистическая персона. Странный волосатый мужик. Баба, точка, в деревьях, используй безопасность. Ты увидишь эту волосатую персону. Окей, что там? А, появляется только ночью, все фото забираются блуром. Какой-то здесь, короче, блур, который все забирает. Здесь есть охранник. Я начал говорить про то, что она, конечно, играет классная и все прям замечательно, охерительно. Но она стоит 350 рублей. 300? Если я ничего не путаю, 50 рублей. 350. Реально, прикинь, 350 рублей за симулятор, короче, медведя в шапке-ушанке. Сука, я не знаю, но если здесь можно найти снежного человека, если здесь есть какие-то загадочные места, если здесь можно прокачиваться, жрать, вон туда надо идти, да, чтобы снежного человека увидеть, то 350 рублей за эту игру — это вообще не деньги, это копейки, это симулятор, мать его, выживания медведя в дикой природе. Если бы не шапка-ушанка, я бы больше 150 рублей этой игре сейчас бы не дал. Но ушанка, ну тут можно за пятихаточку продавать прям смело. Только надо было, я не знаю, там я в стиме не смотрел, ни превьюшки там, ни эти никакие. А, надо было в стиме в рекламу добавить сразу этого медведя в шапке-ушанке. Добавить медведя в шапке-ушанке. Тогда продажи этой игры просто выросли бы в разы. Ты представь, ну вот ты бы прошел мимо игры, в которой нарисован медведь в шапке-ушанке. Я бы никогда в жизни не прошел мимо такой игры. Она реально охеренная. Только я не понимаю, как тут ночь сделать. Бляха, тут иногда звуки такие, как будто за мной кто-то ходит. Опять эта гребаная рыжая тварь. Но она хоть не агрессивная, ладно, и то хорошо. Да блин, да было бы вообще глупо, если бы лиса нападала на медведя. Что за херня? Странные грибы. Что это? 20 интеллекта, да ты угораешь. Я, по ходу дела, знаешь что, я, по ходу дела, утопал какую-то не ту зону вообще. Мне в этой зоне, по ходу дела, рано находиться, потому что я не докачался интеллектом до этого всего. По ходу дела так, то есть здесь как-то игра еще разделяется на зоны. То есть сначала надо поподробнее исследовать одну зону. Опа. Миши плюс ру. Плюс, это сайт какой-то, наверное, Миши плюс точка ру. Не хватает, прикинь. Интеллекта просто. То есть сначала надо было не переходить на туда, где куры были, а полазить сначала по округе, потом, короче, там нажраться всего, прокачать интеллект, чтобы хотя бы можно было поглощать бургеры. Бляха, это охеренная игра. Ты знаешь, как тут огромное пространство. Здесь просто дохера всего. Тут прямо... Сука! Но я ее все равно не убью, мне не хватит этой силы. Силы не хватит, иди, твою мать. Не кричи там, давай, никуда ты. Падла. Опа, виноград. Да ну хорош, ну реально, здесь я рано вообще оказался. Очень-очень-очень сильно рано. Просто прям ранехонько оказался здесь, обосраться как. Блин, не знаю, охерительно играть, честно. Мне прям очень это сильно нравится. Я, может быть, даже для себя похожу, поброжу, погуляю. Блять. Да какая же классная игра. Ну как это вообще еще можно сказать? Это реально вообще, ну... Слов нет. Только вот лисы, конечно, напрягают, падлы такие. Как может лиса убить медведя? Нечестно. Мы, по ходу дела, играем реально вот за такого медвежонка просто маленького. Понимаешь, такой нахуй взрослый медведь наденет на себя ушанку в конце концов. Это же странно. Это медвежата, они еще дурные, ничего не понимают, тащат все в рот да на голову. Какие-то разные знаки есть, смотри. Оранжевая уже плазма, то была зеленая, потом фиолетовая, теперь оранжевая. Да, смотри-ка, запах нужен. Он по запаху, видать, что-то может найти, это запах третьего уровня нужен. И сюда, грубиян. Водяной грубиян, нихера себе. Грубиян, разные бывают. Да, походу дела надо было ту зону снять. Не, ну судя по карте, вообще здесь огромные пространства. Просто прям реально огромные. Мы за 30 минут с вами уже четвертое место нашли. Хотя, может быть, и не огромные. Или пятое место нашли. Но, блин, все равно тут полно всего.
какие же проблемы с освещением, с каким-то этим. Ну, что это вот все мигает? Ну, это вообще херня. Это я на это внимание обычно никогда не обращаю, мне похер. Ну, блин, ты его... Ты ходишь за медведя, ты пытаешься выжить. Я вижу за водопадом секретное место. Прям по-любому секретное место. Это же классно. Классно вообще. А еще здесь можно найти снежного человека, наверное. В принципе, если бы его нельзя было найти, мне кажется, со стороны разработчиков, то было бы подло. Подло ставить картинку со снежным человеком там, где в игре, в которой его нет. Но по-любому когда-то можно его будет обнаружить. Но я прям верю в это, отвечаю. Просто прям верю. Там по-любому что-то есть, но вот прям с жопой чудо. За водопадом спрятать секретный проход — это святое дело. В любой игре. Здесь не только стереотипный русский медведь, здесь еще и стереотипное, в принципе, построение локаций. Ну это хорошо, в этом страх. Может быть, здесь мы что-то найдем. Может быть, здесь логово снежного человека, что-то нет. Может быть, здесь кто-то живет, какой-то монстр. Блять, конечно, монстр здесь живет! Там крокодил, если кто-то не заметил. Сиди, падла. Сидит и ждет меня. Блин, я эти крокодилы даже втащить не могу. У меня с двух-трех укусов уложен. Ладно, с лисой я еще попадаю только в путь. Бля, с крокодилом это нереально. Зато я нашел дорогу куда-то наверх. Я не нашел дорогу наверх. Может быть, мы сможем отсюда. Опа, эхо. Часть эхо. Какая-то. Открылась. Зеленый гриб. Смотри, сейчас тоже скажут, нахера не хватает у тебя интеллекта. А нет. Плюс один бег. Хорош. Вот это прям то, что нужно. Прям поставили там, где надо. Неужели они даже это продумали все? Чтобы там, где обычно придется бежать, чтобы куда-то посмотреть, разработчики поставили гриб, который прибавляет тебе бег. Ну это же охеренно. Тихо. Ну это же охеренно. Бляха-муха, хера всем в ухо. Ты посмотри, что происходит. Ой, даже не пора. Но он скатился на жопе, на шерсти, спокойно. Чё какие-то жилища ацтеков, охереть. Чё тут только, сука, нету, а? Ключ нужен, серьезно? Да ладно, ну блин, ну все, ну 350 рублей эта игра отбила, я тебе серьезно говорю. Сейчас кто-то уже по-любому сидит, бросил, выключил видео, сидит, играет в этот симулятор медведя. Это прям неблагодарно, представляешь? Значит, я игру такой подсказал. А он взял, короче, выключил видео и убежал. Ну, так нельзя. Это нечестно, иди сюда. Какой-то античный. Ой, запах один! Запах один! Это значит, я теперь могу ходить по зеленой плазме и нюхать ее. Умру. Нет. По зеленой плазме теперь могу нюхать. Ну, бляха, попробуйте до этой зеленой плазмы доберись. Блин, ну эта игра просто вообще, она, по-моему, бесконечная. Охеренный симулятор выживания. Прям классно. Нравится, не могу. Короче говоря, давайте на этом закончим. Здесь нужен ключ. Это охеренно. Это просто прям огонь. Здесь нужен ключ. Все, давайте. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. И все до встречи в следующем выносе. Потапыч прям порадовал. Потапыч красавчик. И посмешил, и удивил, и помер, и убил, и сожрал. И насрал. Почему нет? Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.